Сомнение номер два. Как правильно кормить? Как подобрать режим кормления моего питомца? Желудок котенка или щенка совсем невелик, а скорость обмена веществ высока. Поэтому лучше кормить чаще и небольшими порциями. К году постепенно переходите от 5-6 разового питания к 1-2 разовому. И лучше всего получить индивидуальную рекомендацию в кабинете ветеринара. Чем кормить? Домашней едой или готовым кормом? Животное, как и человек, нуждается в сбалансированной диете, включающей правильный набор питательных веществ. Самостоятельно подобрать нужное сочетание белков, витаминов и минералов очень трудно. Поэтому лучше доверить это полнорационному промышленному корму. Он учтет все потребности вашего питомца. У вас остались вопросы? Смотрите другие разделы наших видеоинструкций.